А на первом месте по элементам именно Василиса Дованкова и Андрей Депутат. Дальше плотные результаты у Базара Ларионова, Мартышева Роганова и Гербольд Энгерта. Ксения Столбова и Федор Климов. Это было мощно. Это было что надо. Ну что ж,
Занимали они 3-е место после своей короткой программы и отставали всего лишь на 2 балла от Мартышева и Роганова. И, конечно, то катание, которое они выдали сейчас, оно было очень мощным.